Audi A4 белый, 12-й год, универсал, механика, 7450. Тоже, смотрите, классно выглядит. Так, Renault Megane, 12-й год, 1.5 дизель, 3900 евро. Бестселлер продаж в Украину когда-то был. Ну, может, и сейчас тоже. Так, Volvo V60, 14-й год, автомат, 7650 евро 5. Рядышком Prius, 3-й, 9-й год, 1.8 бензин, гибрид, автомат, 6690. Так, БМК, смотрите, такая на автомате. 12-й год, 1.6 бензин, 7600 евро. 116. Небольшая. Шевроле Круз. 14-й год. 1.7 дизель, 4450. Вот. Ну, пока что радует. Цены есть везде. То есть Ка у нас в этом плане. Kia Ceed, 16-й год, 1.6 дизель, 6650. На механике. Вот Nissan такой интересный. Выглядит хорошо. Nissan Pulsar, 15-й год, 1.5 дизель, 6550. Ну, хочу сказать, в принципе, есть выбор, да, как бы и машины, вот, 15-й год, допустим, 6500, ну, выглядит неплохо. То есть, понятно, там уже на любителя, как бы, кто что хочет. Ну, вот Lexus такой старичок, ну, это, наверное, RX 400, полный привод, 6-й год, 3.3 бензин, 5950. Ну, вот, растамаживать такой уже, наверное, точно смысла нету. Ну, так, по Евросоюзу как бы погонять можно. Audi A6. Вот это тоже легенда. 10-й год, 2 литра дизель. 4990. То есть 5000 евро. Переходной с 9 на 10 год. Вот, 2-литровый универсал. Ну и на механике. Тоже как бы S-Line шильдики. Так, Volvo еще. Volvo V60, 11-й год. Без цены. Opel Meriva. 2012 год, 1.4 бензин. 4350. Тут интересно то, что двери, как вот видите, открываются, как у... Ну, как у Bentley, наверное, да, вот. Так, вот тоже опелек. Opel Mokka, 16-й год, 1.6 дизель, 8600 евро. Тоже интересный вариант, свеженький такой паркетничек, небольшой. Так, на механике вроде бы, да? Nissan Qashqai, 14-й год, 1.5 дизель, 10500 евро. Тоже очень такой популярный автомобиль по запросам вообще, да? Вот наших людей любят эту машину. На механике. Volkswagen Golf. Такой нарядненький. 15-й год, 1.4 бензин. Автомат 11250. Смотрите, как... Прикольно с этой ресничечкой такой. Ну, выглядит классно. Ну, смотрите, да, и вот можно сейчас туда пойти. Можно туда пойти.
можно туда. То есть как бы еще один Prius, 11-й год, 1.8 бензин электро, 6950. Так, Volvo уже были пару штук, давайте вот Audi глянем. Audi A6, 8-й год, 3 литра дизель, вот это пушка, ракета, петарда, реально. 5650. В универе, ну, видите, 3 литра ценится как бы до сих пор. Я просто помню, уже несколько лет назад мы тоже покупали вот 8-й год 3 литра дизель и брали тогда за 6000 евро, но там, правда, седан был. То есть седан как бы, ну, в наших странах больше котируется, да, как, ну, это Европа тут. Еще одна Мерива, 10-й год, 1.3 дизель, 3750, белый цвет. Так, давайте, куда мы пойдем? Тут пройдемся. Сан-Юнг, давайте глянем. Сан-Юнг Каранда, 12-й год, 2 литра, дизель, механика, 4850. Тоже такой бюджетный кроссовер корейский. Ну, за такие деньги, я думаю, что вариант неплохой. 12-го года. Так, это у нас Honda CR-V или CR-V, кому как больше нравится. 13-й год, 230 пробег, 11-200 евро. Черная, помню, тоже гонялись раньше за этими тачками. Может быть, и сейчас. Так, тут еще Prius. Это Prius Plus. 12-й год, 1.8, гибрид-автомат. Так, цены тут нету. Давайте вот Passat. Passat B7, 2 литра дизель, 13-й год, 6500. Тоже такой интересный цвет. Типа как сухой асфальт, затонирован. На механике. Вот Peugeot 308 SV, 1.6 турбодизель, панорама, цена 5650. Из Нидерландов. Ну, а тут что у нас? Цены нету. Давайте по корейцам, тоже интересно. Hyundai 40, 14-й год, 1.7 дизель, 7770. Три семерочки. Универсал. И 40, кстати, прикольно. Я даже в Корее, помню, смотрел на механике. Думал, себе может пригнать. Они идут, ну, опять-таки, корейские, да. То есть они идут там просто в топовых комплектациях. То есть в этом вот ихняя фишка. Приусов, кстати, много здесь. Вот Toyota Prius 1.8 гибрид, 10-й год, 7850. Polo 15-й год, 1.4 дизель, 5850. Такой небольшой хэтчбэк. Так, Volvo. Вот Corsa. Opel Corsa, 11-й год, 1.3 дизель, 3950. Так, еще один Polo, кстати, прикольно выглядит в этом цвете. 13-й год, 1.2 дизель, 5450. Так, Prius. Давайте, Volkswagen тоже популярная. 12-й год, 5950. 1.6 дизель в универсале. Так, или я тут уже снимал? Не, я был в том ряду.
Так, Audi A3, 13-й год, 8900. Так, ну, в общем, вот так вот сейчас покажу. Я просто уже запутался, что я тут показывал, что нет. Давайте, может, в другой ряд перейдем. Опс. Ford Focus. Двенадцатый год, 1.6 дизель, 400. Просто так еще чуть-чуть пройдусь, покажу, чтобы вы видели вообще, что тут есть, как бы. И сейчас вот, может, где-то туда зайдем, на какую-то площадочку. Вот, допустим, Nissan Жук. Давайте глянем тоже. 16-й год, 1.2 бензин, 7750. Тоже, ну, в принципе, что, нормальная цена, свежий год, интересный паркетник. Понятно, что на вкус и цвет товарища нет, как говорится, да, но вот. BMW 218, 15-й год, 2 литра дизель, 9200. Тоже вот такой, типа, как минивэн от BMW. Это на самом деле не часто, в принципе, вот встретишь где-то на дорогах. Вот Ford Kuga, тоже популярная машинка в последнее время. 11-й год, 2 литра дизель, механика, 6450 евро. Довольно-таки, да, бюджетный вариант, опять-таки механика. Ну, то, что я говорил, что как бы на автомате в Европе сложнее машины найти. Вот, есть даже бус, если я тут увижу. Renault Master, 17-й год, 2.3 дизель, 12800 цена. Вот, то есть тут будет в основном как бы механика. Но автомат тоже есть, конечно же, то есть тот, кто ищет, тут всегда найдет. Passat, 20-й год, 1.6 турбодизель. Цена, надо звонить. Плюс можно с Европы тоже, в Европе, ой, с Кореи. В Корее наоборот, как бы один автомат, но с Кореи нужно автомобиль ждать, а с Европы плюс в том, что можно взять его как бы вот здесь и сейчас, не надо ничего ждать, и сразу либо на нем уехать, либо вы сюда приедете в совместный тур, да, как бы покатаемся вместе, помогу вам выбрать, либо отправлю вам, то есть, в вашу страну, где вы находитесь. Ну, то есть, и так, это будет понятно, что намного быстрее. Поэтому, как бы, у Европы есть свои преимущества. BMW X3, 2 литра дизель автомат, 8-й год, 6550 евро. Смотрите, хороший вариант. Тоже такой красивый. Так, Volkswagen Touran, о, кстати, первый тут на базаре, да, 12-й год, механика, 1.6 турбодизель, 5950. Тоже хорошая машинка, в свое время много их покупали. Opel Antara, 2008 год, 2 литра дизель, 4х4, механика, 4150 евро. Ох, нифига себе, тут просто на коричневое, на механике. Так, Mazda, кстати, тоже сейчас первая попалась. Mazda пятерка. Так, 1.6 дизель. Не вижу, какой год. 4850. Тоже такой минивэн. 7 мест тут должно быть. Сейчас посмотрим. Да, видите, еще третий ряд есть. Тоже интересная машина, по-своему как бы недооцененная, потому что она стоит, ну, в этом классе Mazda пятерка всегда как бы намного дешевле, то есть остальных, скажем, конкурентов по минивэнам, ну, из топовых, если там с тем же Тураном, допустим, сравнивать. BMW 320d X-Drive, 13-14 год, 2 литра дизель, 7500 вот такой бумерок. Более-менее свежий,
в универсале, комплектация лакшери. Так, ну давайте, наверное, пойдем еще где-то посмотрим.